Всем привет! Приветствую вас на моем YouTube канале. Сегодня я вам хотел бы рассказать про проект, который называется IoTeX. Как вы видите из аббревиатуры, можно уже сказать, что это проект из так называемого интернета вещей, который по-английски произносится в сокращении как IoT. Internet of Things. Давайте пару слов сначала о команде проекта и далее о его сути. Вот, как вы видите, команда проекта представлена на сайте. Можно представить основных действующих лиц. Это Раулин Чей, соучредитель, кандидат наук, научный сотрудник в области криптографии в Уай Ватерлоо, начальник отдела криптографии в Uber, инженер по безопасности в Google, имеет более 8 лет опыта работы с криптографией и блокчейне. Также Куан Гуо, соучредитель, кандидат технических наук в Национальном университете Сингапура, инженер-программист и научный сотрудник Facebook, инвестор и советник, автор более 20 научных публикаций и патентов. Джин Сан, соучредитель, партнер-учредитель в Sparkland Capital, специализуется на Frontier Tech, возглавляет более 40 инвестиционных проектов и инноваций в сфере блокчейна, безопасности и IoT, обладает обширным опытом в запуске стартапа. То есть, как вы видите, команда у проекта достаточно сильная. Это я основных действующих лиц назвал. В принципе, вы здесь можете познакомиться и с другими членами команды. И, как вы видите, она состоит, ну, не из двух человек. Здесь достаточно сильный коллектив. Плюс есть адвайзеры, есть партнеры, есть уже ранние инвесторы, если их можно так назвать, которые решили войти в данный проект. И всех их тоже можно найти на сайте. Что ж, давайте теперь непосредственно про сам проект. Как я уже говорил, что он пришел из интернета вещей, то есть находится проект из области интернет вещей, и этот самый интернет вещей с каждым годом и даже днем набирает все больше и больше популярности. По данным статистов, в 2017 году около 20 миллиардов устройств уже подключены к интернету, а к 2020 их будет около 50 миллиардов. А сегодня вот как раз таки этот проект и выходит на этот рынок и планирует занять эту нишу как раз таки вот в этих устройствах, которые так называются интернетом вещей. Это следующее поколение, ориентированное на IoT и блокчейн-платформа с огромной масштабируемостью, конфиденциальностью, изолированностью и способностью к разработке новых приложений и экосистем интернета вещей. Давайте посмотрим архитектуру проекта. Ее можно будет здесь на сайте найти. Согласно вот как раз таки описанию, они применяют инновационную технологию, которая называется блокчейн в блокчейне. В нее входят несколько блокчейнов, которые расположены иерархично и могут работать одновременно. Они управляют субцепями, которые создают сами разработчики или компании для подключения и взаимодействия своих устройств с IoT. Как мы видим на рисунке ниже, главный блокчейн управляется несколькими независимыми субцепями. При этом, вот как раз таки здесь субчейн, это дополнительная цепь, при этом цель основного публичного блокчейна и субцепей очень схожи. Они работают в похожей окружающей среде и у них одинаковый уровень защиты. Какие проблемы будет решать данный проект? Это проблема масштабируемости, недостаток приватности, недостаток функциональной ценности, высокие эксплуатационные расходы. Сам по себе блокчейн был создан для уменьшения расходов за использование определенных услуг. За счет этого проект решил все перечисленные проблемы выше. Вопрос приватности даже не стоит поднимать, так как сами знаете, что сегодня скрывать информацию очень просто, особенно через используя криптовалюты. Люди, по поводу токена, люди разрабатывают
будет так называемая бальная система, которую смогут обменять эти баллы на токены. Сначала это будет ERC-20 токен, а когда будет готов Mainnet, который, кстати, уже, как мы видим, был запущен и сейчас находится в стадии активного тестирования, точнее, это тестнет запущен. Когда запустит Mainnet, тогда будет непосредственно IOTX токен, который будет использоваться в качестве основной криптовалюты в основе платформы. В общем, будет выпущено 10 миллиардов токенов. 10 миллиардов токенов. Смотрите, по поводу того, что еще интересно можно рассказать, то, что в принципе, русского языка здесь нормального нету. То же самое white paper, если по нему пробежаться, то, как вы видите, здесь текст на русском. В принципе, ну, если хотите более детально изучить проект, то, конечно, придется читать его тогда на английском, либо искать, смотреть материалы, либо, в частности, как мой обзор, чтобы понять. Но, как я вижу, здесь, возможно, будет написано так достаточно строгим техническим языком. Но, в принципе, зато хотя бы советую вам почитать про архитектуру, вот это понятие блокчейн в блокчейне, для того, чтобы вы поняли, что данный проект действительно имеет свою изюминку, имеет свои особенности, которые как раз-таки позволяют ему работать, ну, наверное, лучше, чем конкуренты. Конечно, это все покажет будущее, насколько данный проект оказывается сильным, но тем не менее уже изначально у них идет достаточно правильный подход для того, для формирования своей технической архитектуры, чтобы она была и легко масштабируема, и в принципе достаточно простая в использовании. Ну вот, здесь в принципе как раз таки много идет описания и про транзакции вот здесь можно найти, и про платежи, которые будут осуществляться на этом блокчейне. В принципе, здесь действительно много информации. Страница находится, white paper находится на сайте, есть линк. И, соответственно, тут вот 40 страниц надо изучать. Понятное дело, что, может быть, не все будет сразу понятно, но для этого есть и вот Telegram-чат, и есть данные команды. В принципе, заходите, что непонятно, уточняйте, чтобы более разобраться в данном проекте. Что еще мне бы хотелось отметить, это то, что есть открытый GitHub, IOTX Core, где можно вообще, вот, в принципе, проекта посмотреть, что у них здесь происходит. Вот, как вы видите, последние апдейты посмотреть. Если вы, ну, так скажем, посмотреть их технологический стек, как вы видите. А, точнее, нет, это не их стек. Но, тем не менее, можно зайти посмотреть их, что используют, какие технологии, как давно обновляются, посмотреть. Ну, опять же, единственное, что это, конечно, если вы более-менее разбираетесь в том же программировании, то тогда вам можно будет здесь что-то понять. Хотя вот, в принципе, нет, все правильно. Здесь язык Go используют они. То есть, в принципе, все корректно. Здесь информация указана. JavaScript также. Но, в принципе, как вы видите, идут обновления. Вот 2 часа назад, 7 часов назад. То есть, над проектом работают. И хочется сказать, что, ну, это только добавляет плюсов данному проекту. Что ж, вот такой интересный проект, за которым лично я буду следить. Плюс повторюсь, что у них уже идет активная разработка. И, как вы видите, запущен тестнет. И, в принципе, проект очень активно развивается. Поэтому еще, насколько я знаю, он уже торгуется на биржах. Поэтому, ну, как минимум, советую к нему присмотреться и сделать свои выводы. Возможно, этот проект вас, ну, действительно заинтересует, и вы увидите в нем большую перспективу. Спасибо за просмотр. Всем пока.